Всем привет! С вами снова Бьюти Бабушка, и сегодня у нас с вами будет очень необычная распаковка. Мы с вами будем смотреть, что лежит в посылке от очень известного люксового бренда Florasis. Этот бренд известен своей декоративной косметикой в мире очень широко, и даже такие звездные визажисты, как Хиндаш, используют его средства. Но весь интерес и вся необычность нашей с вами сегодняшней распаковки – это то, что мы будем смотреть новую уходовую косметику от этого бренда. И меня, как блогера, который занимается антивозрастным уходом за кожей, такое не может не радовать. Бренд Florasis – это не просто бренд. Это синтез восточной культуры, эстетики, искусства, древнего травничества, рецептов, которыми омолаживались императоры и императрицы, и самых новых, самых последних достижений науки и техники, которые бренд использует на благо нашей кожи. У меня есть огромное количество в моей коллекции средств от этого бренда, и в самое ближайшее время я готовлю для вас видео, где соберу самые-самые лучшие средства от Florasis, которые я уже больше года тестирую, и у меня есть очень много, что вам о них рассказать. Но давайте скорее смотреть, давайте скорее распаковывать, какой же уходовой косметикой бренд Florasis нас с вами радует. Давайте посмотрим, что же у меня тут интересненького на этот раз. Так, здесь вот такая вот красота, прямо вот с коробкой с этой, да, красавица и чудовище, да, притом красавица внутри. И тут вот интересное всякое, давайте все это вынимать и распаковывать. И здесь потрясающие новинки. Это очищающая линия, которая вот только-только вышла у этого бренда. Бренд шикарный. Я его декоративную косметику затираю просто до дыр. И вы можете посмотреть мои потрясающие видео. Притом потрясающие не потому, что я их потрясающе как-то снимаю, потому что в них потрясающая косметика об средствах от этого бренда. И все ссылки на все эти средства вы найдете обязательно у меня в инфобоксе под видео. Обязательно заглядывайте. И давайте начнем вот с этой интересной длинной коробочки. В ней находится, ну давайте смотреть, что в ней находится. У них абсолютно невероятно роскошные упаковки. Даже не всегда знаешь, где их открывать, да? Ну, на этот раз все просто. И это пробники. Дорожные версии очищающего масла, которое только что вышло у этого бренда. Сама нежность. Это гидрофильное масло для удаления макияжа. И его выпуск у бренда, выпускающего декоративную косметику, более чем логичен. Это потрясающая возможность взять с собой в отпуск качественную очищалку, потому что вот в таких маленьких штучках это очень удобно. В этом средстве работают растительные экстракты многочисленные. И притом я очень обрадовалась, увидев в составе слово «мартини», но это все-таки было одно из латинских названий травки. А бабушка уже так настроилась, да, что у нее будет очищалка с мартини. Ну, зато у меня есть вот такая роскошная очищалка. Удаляет косметику, удаляет санскрины и удаляет абсолютно все загрязнения с нашей кожи. Кроме того, какая удобная упаковка. Дальше. Тут лежит средство, которым уже очень-очень давно пользуюсь. Это просто вещь бесценная. Это огромное количество здесь вот в наборе вот таких вот очищающих салфеток. Это роскошь. Здесь салфетка состоит из двух частей. Давайте посмотрим, как это выглядит. Так. Так. Для очищения макияжа с губ, с глаз, да? Ой, какая нежность. Самое приятное в том, что вот у меня, кстати, здесь есть остатки BB-крема. Интересно, я его уже смыла пенкой, я его уже смыла другим средством, а это средство его нашло и обезвредило. Очень интересно. И самое главное, что здесь есть увлажнение, бешеное совершенно увлажнение. И, конечно же, антивозрастные ингредиенты. Давайте, смотрите, вторую половинку откроем, да? И здесь уже
Салфетка большая, да, для всего лица. Посмотрите, какая она огромная. Вот. То есть намного больше размер. И это волшебное совершенно полотенчико. Неужели... Да, нашло еще немножко BB-крема. Удивительная вещь. Это волшебное полотенчико, которое удаляет и санскрины, что очень важно для кожи, и удаляет декоративную косметику. Очень их люблю. И у меня это средство есть вот в такой вот упаковке. Да? Вот так они отдельно еще продаются. Ну, как видите, она уже неплохо так початая. Очень-очень уважаю это средство. И на видео прекрасно использую. Вот так вот нанесешь сводч, чем красиво и быстро его удалить. И вот посмотрите, удалена косметика, да, остатки косметики, сводчи. И до чего же кожа увлажненная и мягкая, как будто уже нанесли уход. И средство, которое я очень долго от этого бренда ждала, это очищающий бальзам. Так, тут люксовость происходящего зашкаливает. Очень люблю бальзамы восточные, азиатские, для устранения, для удаления макияжа и санскринов. Они очень хорошо удаляют санскрины. Это важно, потому что полезных санскринов нет, да? А вред от них нужно обязательно удалять. Ой, как-то все упаковано. Народ, это масло для удаления макияжа, то есть бальзам. Какая же упаковка императорская. Я не могу допустить, чтобы рядом с ней стояло что-то некрасиво открытое. Должно быть вообще все окружено красотой. Это роскошь. В составе тоже большое количество трав. Открываем эту нежность. Ой, какую нам положили палочку. Вы только посмотрите. Это металлическая, тяжеленькая палочка. Какой она удобной формы. Здесь узоры. Это невозможно красиво. Вы слышите? Это... Ой, какой нежный бальзам. Так. Очень легкий аромат цитрусовых. Легчайший. Вот вы знаете, просто легчайший. Давайте как-нибудь красиво наберем этот щербет. Ой, какая нежность. Какой же он красивый. Ой, какое это все бархатное. Это невозможно передать. И от соприкосновения с теплой кожей этот щербет, собственно говоря, становится тем, чем и должен. Он становится бальзамом. Вот в этом во всем растворяется наша дневная грязь, растворяются самые стойкие химические и самые противные физические выбеливающие санскрины. И он нагревается на руке. Что это дает? Открываются поры, жир притворяется своим для комедонов, например, да? Растворяется содержимое пор, и все это выводится на поверхность. Народ, честно, я никогда такой роскоши в руках еще не держала, чтобы вот такой бальм еще и нагревался. У меня такого не было. Мягкое-мягкое тепло. Не хочется смывать. Надо вот смывать, но не хочется. Хочется вот так стоять и все это наглаживать. Какая роскошь, какая невероятная роскошь. И вы видите, что на лицо нужно очень немного. Вот это просто, это будет средство года. Я уже это вижу, потому что это что-то совершенно уникальное. Вы видите, вот я родными салфетками это все убираю. Но на самом деле это все смывается водой. И вот такая кожа роскошная и сияющая изнутри. Это фантастика. Это просто какая-то фантастика. Ой. И в этой линии есть еще очищающие средства. Сейчас вам их покажу. Они не из этой распаковки. Они пришли ко мне намного раньше. Знаете, я люблю терять вот такие штучки. Но вот эту штучку мне терять совершенно не хочется. Нет. Она настолько удобна. Это вот такие два замечательных средства. Почему два, сейчас расскажу. Три коробки, два средства. Вы пока приготовьтесь вот к этому. Потому что вы упадете в обморок. А пока вы готовитесь морально, я вам покажу масло для губ, которое тоже у них недавно совсем вышло. Это тоже новинка.
И я уже им с удовольствием пользуюсь. Вот такое маслице. Очень мне нравится наносить его под матовые помады, потому что у меня уже 50+, да, и мне нужно увлажнение. Посмотрите, здесь два ингредиента, то есть жидкости разные, их нужно взболтать перед использованием. Для этого здесь есть специальный даже шарик. Это все взбалтывается. Смотрите, какая роскошь, какое все это перламутровое. Что дает такое взбалтывание? У Медипил есть такая сыворотка с синим шаром. Да? Мои постоянные зрители ее знают, любят. Да? Но она редко бывает на eBay. И здесь сыворотка увлажняющая, да, для губ. Она закрывается вот этим маслом. Посмотрите, как здесь все красиво и аккуратно сделано. И поэтому влага держится в коже губ очень долго. Самые сухие губы залечивает. Самые возрастные. Помады на этом деле смотрятся просто непередаваемо. Отличное средство, уходовое для губ очень высокого качества. Здесь, давайте смотреть. Здесь новинка. Это такое же масло, как в пробничках, но в большой версии. И посмотрите на упаковку. Здесь вот такая вот красивая бутылка у нас с вами. Да? Но это еще не все. Здесь лежит небольшое сокровище. Вот такая вот белая хризантема. Надевается хризантема вот сюда. Так, здесь снимается вот эта штучка, да, которая против самоотстрела работает. И сюда надевается вот такая хризантема. И смотрите, получается, что вот этот вот стебель, да, вот отсюда растет. Вот такое средство. И вот так оно хранится, вот так оно выглядит. Я не знаю, сложно придумать что-то более изящное, что-то более красивое. И пробнички, как мы с вами видим, да, они просто повторяют форму этого средства. Вот так вот. Вот так это выглядит. Нереальная красота. Просто посмотрите, как это нереально красиво. И прекрасное работающее уходовое средство с огромным количеством растительных экстрактов. Ну да, ну вот без мартини, но надпись мартини там тоже есть. Это хочется трогать, этим хочется пользоваться, это хочется наглаживать, и это очень нравится дарить. Вот такая чудесная распаковка у нас сегодня с вами от люксового бренда Florasis. На сайте, на официальном сайте этого бренда, где я все заказываю, при заказе косметики больше, чем на $100, вас ждет очень приятная, такая милая, заманчивая скидка, если вы пройдете вот по этому коду. Инна Эксфлора. Ой, какая роскошь. Невозможно. И все ссылки на эту красоту вы обязательно найдете в инфобоксе под видео. Обязательно заглядывайте. Вот такая сегодня получилась распаковка. Я не могу выпустить из рук этот красивый бутылек. У меня есть подозрение, что если мой муж у меня его не отнимет, то я с ним сегодня ночью буду и спать. Положу его под подушку и буду смотреть сны о восточных императрицах, роскошных дворцах и фениксах. И вот на такой красивой ноте, волшебной, мы сегодня с вами это видео и закончим. И я жду вас на моем канале в самое ближайшее время. Обязательно подписывайтесь, потому что будет очень развернутое большое видео о лучшем от Florasis. И это будет взрыв красоты. Спасибо всем, кто сегодня случайно или же умышленно оказался на моем канале. И до следующего раза. Всем пока!